уже опаздываю, ёбаный. Можно что-то поговорить, обязательно что-то сделать. Один из самых многообещающих матчей сегодняшнего дня стал только что вместе со списком судей встречаются Тинькофф Банк и Ярослав. Тинькофф после 5 матчей играет во втором дивизионе, 8 очков у команды, минимальный отрыв своей группы преследователей, конечно, этот нужно увеличить. РСВО выступает достаточно удачно в первом дивизионе, четвертую строчку турнирной таблицы пока продолжает эту позицию заниматься, команде должен открываться от следователя, является помощь. Очень быстрые, очень энергичные команды, команды, которые много наносят ударов по оборонам соперников, используют индивидуальные прорывы, проходы, мне кажется, очень будет боевой, военная атака. Тинькофф сегодня находил, а вот РСВО удалось одну встречу провести, это был матч против Гаранта Энерго, который закончился. Они в первые минуты намного активнее своих оппонентов. Много отсутствует Тиньков. Вот я сказал много, я не видел Пучкова. А так отсутствует Музычук из самой атакующей группа из костяка Тиньков. Он просто на первых минутах не особо заметен. Привык действовать в атаке и там отличаться. Вот сейчас палит. Таким образом мы его увидели и отметили. Прошел, понятно, что будет сделать передачу, но можно перевозиться, остановиться и дать включение партнера. Снова в отборе Крицкий, здесь без труда можно было передать Лакурину, но вот и он не ожидал, что последует обратный пас. Yeah.
потерян и очень быстро возвращен. Установлена игра. Ну, подождать с ходу мяча. Станция расслабила. Жалко, что в наших соревнованиях не ведется счет процентовка владения мячом. Потому что сейчас установлен рекорд. Нужно продолжать. Сразу втроем отбирают ли футболисты РСО. Как с этим поспорить? Данга. Пробить можно. Подкулен на добивание.
Восток финальный в первом тайме. Начинается второй тайм, первый пас всегда вперед. Нужно повторить. Пол РСВО. Уперся штрафной перекладе нас по снабороду РСВО. Валин Тиньков. Пожалуйста, назад. Бросайте. Опускайте, девочки, опускайте. Кулин бьет. Верного игроки РСВО момент довести, только удар критика выделяется здесь. Ближе к нему, ближе! И пять! Еще один угловой. Терентьев дают принять мяч и развернуться. Тонкий проход был задуман. Фулин. Сыграно во втором тайме по-прежнему без забитых мячей. Нарушение против Терентьева. Мяч достается РСО. Есть впечатление, что уже подустали команды, не так двигаются в начале встречи. Головой. Вставай! Размах.
Слава Тиньков, но вот правый план оказался никем не закрыт. Миша! Миша, рук! Хорошо, хорошо. Сели, сели. Подсели, почему? Бор за рамками правил. Пали, не пали. И здесь тоже здесь департа. Бегое, бегое! Останься, останься! Один игрок! Кулин сам решил пробить с носка и, мне кажется, правильно делал. Право, 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 право. Никто не ответил на передачу. Тайм-аут берет Ростов. Вон. Можешь мне пальто? Не рисковать. Вернулись команды на поле, нужно было игрокам РСО подышать, прийти в себя и продолжить штурмовать ворота соперника. Так же, как мы, особенно они, делали это в первом тайме. Своими симпатиями могли помогать команде. Четвертый фол РСО. Передачу делает на Терентьева. Да! Переключайся, переключайся, Стас! Первый Илья! Уходи в цех! Хорошо. Нарушение правил против Лапкулина. По 4 нарушения правил там. Сережа, откройся! Помогай, Лёха! Хорошо! Никто не откликался в
передачу 9 номера Карасева, поэтому сам решил он развернуться и пробить. Удар получился точным, и наконец-таки счет открыт. РСВ выходит вперед 1-0. И сейчас уже пойдет вместе с этим Сестровым. Это пошла последняя чистая минута. Последняя атака. Не коснулся потолка, поэтому игра была продолжена. Не хватает времени уже на удар, но и не обязательно. 1-0.